Здравствуйте, дорогие зрители. К нам поступил такой вопрос. Великому посту предшествуют три подготовительные недели. По церковному их называют седмицы. Неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне и неделя о страшном суде. Что надо знать о них? Начиная с недели о мытаре и фарисее, начинается вот это вхождение в подготовительный период к Великому посту. Конечно, можно очень долго рассуждать, и тема эта поистину неисчерпаемая, но вкратце скажу о том, какая тема этой недели, этой седмицы, недели о мытаре и фарисее. В Евангелии Господь благовествует о таком событии. Вот в храм вошли помолиться два человека. Один из них был уважаемый фарисей. По всем внешним заслугам он был праведен, потому что он исполнял закон безупречно и милостыню давал, и регулярно в храме молился и постился. Всем это было видно. И был также человек, который по всему был грешник, мытарем. Обирал народ свой, и все знали, что он грешник. И вот они молились, и тот, и другой. И Господь сказал, что когда они вышли из храма, Господь более похвалит и примет молитву того вот недостойного человека, который бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив мне грешнику». В отличие от того человека, фарисея гордого, который говорил: «Господи, какой же я праведный! Я не такой, как прочие блудники и убийцы, и вон как тот мытарь, который стоит и даже в храм стесняется войти, потому что ощущает себя грешником». Вот эта притча, она свидетельствует о гордыне и о смирении, о самомнении и о покаянии. Вот именно с этого и начинается исправление жизни человеческой. Едва ли на земле найдется такой человек, который может сказать, что я достиг совершенства в нравственном отношении. Нет, любой человек может сказать, что он мог бы сделать что-то большее на этом пути. Вот поэтому сделать нечто большее и необходимо, и начать это надо с того, что посмотреть, что ты не сделал. А что ты сделал, может быть, не так. Может быть, эти дела, которые ты делаешь, они только лишь питают твое самомнение, и твоя гордыня жиреет, как червяк, который живет в тебе и жиреет на твоих же собственных добродетелях. Это изречение святых отцов, которые образно показывали, как может человек удалиться от Бога, думая о том, что он с Богом. То есть ложь и правда. Святость и грех. Вот эти темы, они предлагаются для рассуждения христианина, и человек, который желает войти в делание Великого Поста, он должен начать именно с этого. Как он ведет себя? Вторая приготовительная неделя называется «Неделя о блудном сыне». Вкратце скажу, чтобы полностью не пересказывать эту притчу. У одного человека было два сына. Один сын был добрый, благочестивый, всегда трудился хорошо, старший. А младший, видимо, не был так усерден и мечтал только вот того, как, достигнув совершеннолетия, получить наследство и скорее уйти из отцовского дома, чтобы жить в свое удовольствие. Не так, как отец велит, а как он хочет. И вот когда он возрос и стал совершеннолетним, он и спросил у отца свою часть наследства. Получив ее, ушел на страну далече и там промотал с блудницами это все. И стал очень сильно нуждаться, и в этой великой нужде он вспомнил, что рабы его отца живут лучше, чем его сын. Он раскаялся и пошел к своему отцу. Отец его не забыл, он ждал его и принял его с любовью. И сын, имея глубокое раскаяние, он пал на колени перед отцом и говорит: «Отец, я не достоин даже называться твоим сыном. Возьми меня хотя бы в число рабов». Вот. И отец принял его и простил, и велел сделать праздник.
и дал ему одежду чистую, кормил его и радовался, и говорил, что теперь наш сын жив. Он был мертв и стал жив. То есть, оказывается, жизнь в грехах может восприниматься как смерть. Это парадокс. Как же? Ведь в мире нашем грешном обычно люди высоко ценят что? Жизнь с избытком. Говорят о качестве жизни и под этим предполагают изобилие плодов земных, изобилие всего, что может удовлетворять различным, даже извращенным инстинктам человеческой природы. И говорят, что это хорошо. А Господь говорит, то, что высоко у людей, то есть мерзость перед Господом. И вот этот пример блудного сына ярко об этом свидетельствует. Он имел все – деньги, наслаждение, друзей, власть, мир лежал у его ног. А потом все это кончилось. И он понял, что он человек грешный. Но он понял то, что он обидел своего отца, ибо таким ли хотел видеть его отец. Вот образ отца – это образ Бога. А образ блудного сына – это образ всего человечества. Это образ каждого из нас, который своими грехами прогневляет Господа, гоняясь за тенями и соблазнами этого мира. Вот поэтому человек, который желает встать на поприще Великого Поста, он должен поставить себя на... сравнить себя вот именно с образом этого блудного сына. Ведь... нет такого человека на земле, который честно посмотрит на свою жизнь и скажет, что он не согрешил. Разве не было такого, чтобы родители хотя бы раз были расстроены от поведения своего чада? Может быть, и не раз родители плакали, молились о том, что дети их шалили, дети согрешали. Поэтому любовь к родителям, любовь к отцу и к матери, она выражается через исполнение их воли, возвращение к ним. А ведь родители более мудрые, и поэтому они желают только добра своим детям. Поэтому, уходя из отчего дома, человек уходит не просто на страну далече, он уходит во власть тьмы и дьявола, и там погибает. Вот поэтому возвращение к Богу, оно необходимо. Ну и вот третья приготовительная неделя Великого Поста – это неделя о страшном суде. За все бывает воздаяние. И страшный суд называется потому, что он страшный. Там тема этого дня является Евангелие, в котором говорится о том, что когда Господь придет во славе Своей в конце времен и будет судить этот мир, Он всех людей разделит на две части – как пастырь разделяет свое стадо, козлов разделяет от овец. И тем, кого он поставит справа, он скажет им: «Придите, мои благословенные, и унаследуйте Царство Небесное, которое я вам уготовил от сотворения мира». А тех, которых он поставит слева, он скажет: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, который я уготовил дьяволу и ангелам его». Видите, по замыслу Бога в аду нет места человеку. Это место для злого дьявола и горе тем людям, которые туда попадают. Поэтому убояться вот этого ада, убояться вот этих соблазнов, липких соблазнов этого мира, отречься от них и начать великое дело спасения своей души. Есть ради чего работать, есть кому работать. Поэтому человек должен понимать, что он сотворен Богом для святой, вечной, блаженной жизни, а в небесное царствие войдут только святые. Страшный суд, он будет иметь определенные критерии. И Господь говорит, как Он будет судить. Он с праведником скажет: «Я вас благословляю. И благословляю вас за то, что когда я приходил к вам голодным, вы меня кормили, за то, что я когда был раздетым, вы меня одевали, за то, что я когда был странником, вы меня принимали». И так далее, и так далее. То есть за доброделание, за добрые дела. И эти праведники весьма удивились решению Господа. Они говорят: «Господи, а когда мы тебя видели?» А Христос говорит: «Приходили люди, и этим людям вы делали добро, и поэтому это добро я принимаю как себе». Вот точно эти же слова Христос обращает и к проклятым: «Отойдите, проклятые,
потому что когда я был голодным, вы меня не накормили, когда я был странником, вы меня не приняли, когда я был в темнице, вы мне не помогли, не посетили. Они говорят: Господи, а мы тебя не видели. А Христос говорит: вы это не сделали никому из тех, кто нуждался, поэтому, значит, не сделали мне. Вот видите, критерий деятельной любви и помощи людям, он является решающим на страшном суде. И Христос говорит, что узнаю вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То есть, оказывается, Великий пост – это училище любви, настоящей деятельной любви, которая рождается от чистого и святого сердца, от сердца смиренного, который желает себя отдать на служение ближним. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы хотели бы ответить на ваши вопросы, которые поступают в редакцию. Вопросы духовные, важные и злободневные. И непростые, кстати сказать. Вот, к примеру, к нам поступил такой вопрос. 15 февраля христиане отмечают великий праздник Сретения Господня. В этот день церковь вспоминает события, связанные с описанием в Евангелии от Луки. Встречу со старцем Симеона с младенцем Иисусом Христом в Иерусалимском храме. Почему важна была эта встреча? Ну, как известно, естественно, в Новом Завете часто нас отсылают евангелисты к Ветхому Завету, потому что в Ветхом Завете содержится пророчество о пришествии в мир Мессии, Спасителя, который избавил бы род человеческий от греха. И череда рождественских праздников, среди которых это Рождество Христово, обрезание, крещение Господне, есть и продолжающий эту череду праздник Сретение Господне. Когда мы вспоминаем, как 40-дневного младенца Иисуса Христа, мнимый отец, названный отец Иосиф и Пречистая Матерь Дева привели в храм Иерусалимский из Вифлеема для того, чтобы, во-первых, принести жертву и посвятить Господу по обычаю своего младенца и внести жертву в Иерусалимский храм. В связи с этим событием мы вспоминаем, что в Иерусалимском храме маленького Господа, носимого на руках Пречистой Девы, встречает так называемый Симеон Богоприимец, историческая личность, о которой мы читаем, что он был старый годами и ожидал пришествия Мессии. По преданию, человек этот занимался переводом Священного Писания. Когда он дошел до слов у пророка Исаии о том, что Дева родит сына, и это будет избавление для всего человеческого рода от грехов, он усомнился. И Господь говорил ему о том, что «доколе не придет Спаситель на землю, ты не умрешь». И в обетовании вот этого обещания, по преданию церковному, Симеон ожидал, когда же в храм придет или принесут того, кто станет спасителем Израиля, спасителем всего человечества. И вот в этом событии мы видим встречу Ветхого и Нового Завета, встречу Господа Иисуса Христа, рожденного во плоти, и человечества, которое ожидало это пришествие. Мы помним о том, что кроме Иосифа Обручника, Девы Марии и Симеона Богоприимца в храме еще присутствовала пророчица Анна, которая много пророчествовала о том, кто же будет Христос, кем же будет младенец, принесенный в храм, что он будет многих избавлять от болезней, но будет и камнем преткновения. Для тех будет камнем преткновения, кто не уверует в него, и спасение для многих, кто примет его и уверует его словам и его чудесам. Именно этот праздник, Сретение Господне, он открывает для нас череду других праздников, земных событий в жизни Иисуса Христа, Пречистой Девы Марии, когда мы вспоминаем о том, что соединилось замысел Божий и с воплощением этого замысла, с тем, что пришел на землю наш Спаситель Христос для того, чтобы избавить человеческий род от греха своими страданиями, своей крестной смертью и всех призвать в рай через Пасху Христову, через Его славное воскресение.